И всем привет! С вами я, Фёдор. И наконец-то вернулась рубрика по прохождению по Battle Pass. Это, по-моему, 14-я серия. Ладно, погнали. Я сюда 100 лет не заходил. Ой, господи. Золотой билет нахрен не нужен. Угу. Ох, сколько же всего. А вот... обычные билеты мне пригодятся. Все буду использовать, так как опыта у меня и так нормально. Так, что там у нас тут? Ага. Гамато-то вернулся, вернулся. О, третий уровень. Не буду смотреть рекламу за банки. Я и так уже в Бабл Классе насмотрел все рекламы. Тем более, что банок мне также предостаточно. Ладно, погнали. Где мы тут Мы уже на Северную Америку перешли. Я уже все забыл, что я тут проходил. Серии не записывалось, по-моему, где-то... по-моему, с начала года я не записывал серии. Пара-ра-ра-ра. Пам-пам-пам. Гориллы повыходили. Если честно, я даже как-то не ожидал такого сопротивления. На дракона поднакоплю, думаю. Дракона урон мощный. А теперь продолжаем спамить. О, минус одна горилла. И сразу же всякие там киты пошли. Вот они, ножки. Ножки. Минус гориллы, минус пингвины, даже титан. Хорошо, все идет отлично. Еще один дракон. Пам-пам-пам-пам-пам-парам. Ой, так куда мне больше опыта, люди? Я уже не помню, где что встречается. Я все забыл по быкам, судя. Та-та-там! Пара-ра-ра-рам!
Вот, а там несколько этих людей. Да, именно людей. Да вот и атаковал дракон. Опа! Yes, минус три! Ну, кстати, не минус три. Это фраза просто такая. Оу. Это хорошо. Китами буду закупаться. Там. Свинья и бегемот мне вообще ничего не сделают. Дракончики. Yes, victory. Погнали. Так, тут у нас, по-моему, кенгуру появится. Я уже не помню. Для вот таких вот маленьких боссов я буду сначала дракончика выпускать, а потом титан. Дракончик. Может, стоит поспать? Думаю, да. В принципе, без титана смогу пойти, а если дракончика убьют, то будет сложноватенько. Так что посмотрим. Поднакоплю бластер. О. Вот и кенгурятина вышла. Кенгурятина. Кенгуру мы одолели. Заспамили, короче. О, даже сокровище получил. Но я особо не стремлюсь получить сокровище. Опаньки, тут, по-моему, слоны выходят, да?
Я помню то, что на своем основном аккаунте проходил этот уровень чисто жирафами. Тут тоже попробую. Да, блин. Когда сон появится, тогда использую бластер. Ну это лазер. Он даже не успел выйти. Найс. Угу. Экспил недостаточно. Как обычно, начинаем уровень с легкого спама. По-любому сейчас какая-нибудь нельзя выскочит. Да я... О, кстати, тоже сокровище получу. Скорее всего, мы Бразилию сейчас пройдем и уже будем заканчивать. Погнали. Там-там-пам. Я не знаю, я чуть-чуть поднакоплю, наверное. Так, тут у нас будет бабочка. Я не знаю, зачем я подождала. Ради разнообразия. И сейчас мы поднакопим на дракона. А до бабочки еще будут горилла, насколько я помню. Теперь заспамим. О, вот горилла. Сейчас бабочка появится. Спамим, спамим, спамим. Я не знаю, зачем я так делаю, но окей. Все.
Изи Ви. Минус мотылёк. Итак, собственно, это была новая серия, 14-я. Мы жестко разбомбили всех врагов. Ну, собственно, всем удачи и всем пока!